Доброе утро, ребята. Я сегодня чуть-чуть проспал. Что-то уже двое суток толком не спал, пока добрались до места. Вчера пока поохотились до вечера. И вот что-то сегодня притомило немножко. Рано-рано утром хотел встать, сходить на засидку на утреннюю. Ну, что-то как-то не получилось. Уснул и проспался. Ну ничего, зато очень спится хорошо на природе, в избе. И так толком не было слышно выстрелов утром. Потому что что-то, наверное, не... утка не летает. Вот. Где-то у нас там Костян с подсадной живой уткой пострелял пару раз, может, ему что-то и попало. А так пока ничего. Вот такое красивое утро, доброе, солнечное. Сегодня будет по прогнозу тепло, без дождя вроде. А так вот такая красота. Кочки набухают. Листья начинают распускаться. Вот, и все. Оживает весна. Весна. Вот эти листочки начинают выходить. Все красиво. Вода сегодня посмотрел. Начинает тоже падать. Все, значит, вода пойдет на убыль. Если второй волны подъема воды не будет, то все будет потихонечку водичка уходить. О, о, вот это да. Кто-то у нас, ребята, на подходе, видать. Наверное, в лед стрельнули. Может, что-то и... подлетела к ним на выстрел. Так же классно. Может, что-то и черком заварганим. Наш столик, кострик. Все путем. Все красиво. Сейчас умоемся. Чайник вскипел. Чайку попьем, перекусим. И пойдем на засидку посидим, на дневную, наверное, скорее всего. А так все красиво, все уютно. Вот такой болочек. Они, ребята, Кирилл, да Костя, да Вадик, сколотили небольшой. И вот здесь и спим, ночуем. Ну, как нормально, хижинка. Вот такой печечка стоит на ночь. Классная штука. Можно отдыхать. Ну, это как временка. Тут такой столик. Вот Кирилл ходит. Привет тебе, Наташа, передай. Привет тебе, Наташа. Вот. Собачки, ребятки отдыхают. О, подельник упал. Вот. Мотя. Скоро что приехал. Кирилл, передай тете Наташе привет. Тете Наташе, говорю, привет, передай. Кирилл, Кирилл, говорю, привет. Привет, тете Наташе. Сыроискали. Далеко от базы не отходить. Потому что у нас сегодня день рождения у товарища. Он нам готовит плов на костре. По рыбацки охотничьи. И мы будем сегодня отмечать его день рождения. Посидим. Сегодня прекрасный день. Красота, солнышко. Завтра вроде обещают дождь. Что я вам сегодня и говорил, что ночью была гроза. Слышно было. Ну да, правда, не далеко от нас, но гром слышен был. Так что вот такие дела. У нас тут костерчик. Тут небольшая лежаночка. У костра можно отдыхать, загорать. Собачек тоже у нас отдыхает.
Такая у нас времянка база. Времянка база. Ребята соорудили ее за пару деньков, сколотили. Ну, здесь мы ночуем. Отдыхаем. Так что вот такая времяночка. Очень хорошо. Места много. Тепло. Главное, что ветра нет, дождя нет. Печечка. Вообще классно. Молодцы, ребята. Здесь все отдыхают. Классно. Классно. Такие спартанские условия. Но это будет самый лучший вариант. Красиво. Красиво. Колбасу хочешь? Вот тут у нас макароны, макароны. Вода Матвей, иди сюда, вот начала мать. Падать. Я заметочку поставил. Колбаска, на берегу. Вот. Небольшая у меня тут заметочка. Колышек. Вот чуть-чуть. Чуть-чуть упало. Чуть-чуть. Медленно, видать, стало потеплее немножко. И дождь, может, прошел. И чуть-чуть приостановилась. Так, прекрасно. Прекрасная погода. Красота. Отдых. Голубое небо. Лес пока еще стоит голый, но потихонечку начинаются распускаться листики. Но пока вот так. Здесь такой ручеек небольшой. Вот здесь тоже рыбка заходит на нерест. Такие ручейки. Вот такая история нашей рыбалки, охоты. Времяночка это разберется. Завтра мы будем собираться домой. Праздники закончились. Охота заканчивается. Здесь, конечно, эту времянку оставлять не будем, потому что могут кто-нибудь ее разобрать без нас. Вот. Так что красота. Деревья, сосны, небо. Добрый вечер. Сегодня пока еще ничего не снимаем, целый день немножко отдыхаем, пообедали, отметили немножко день рождения у товарища. Вот сейчас наступает вечерний. Добрый вечер, мы отдыхаем, сегодня никуда не ходили на охоту, но на вечерние. Зорьку, наверное, сходим. Попробуем посидеть опять. Но сегодня целый день тишина. Нигде не стреляют. Утки не летают. Видать, тоже все отдыхают. Может, ждут вечерней зорьки, чтобы сходить, порыбачить, поохотиться. Вот сейчас уже почти вечер. Ребята отдохнули, чайку попили, собачки вот у нас опять побежали, кто-то там куда-то бегали втроем. Ну, что-то там проведали в лесу, походили. Вот так. Пойдемте вечерние проверим. Тише, 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 тише.
солнышко садится. Красота, тишина сегодня. Вообще такой день был очень прекрасный, хороший. Наши бегают, радуются. Ну, сегодня еще ночуем здесь, а завтра будем потихонечку собираться уже базу сворачивать. Кому-то на работу надо будет, кому-то еще что-то. Ну, в принципе, если ребята у нас уже тут 10 дней живут, надо домой уже в баньку сходить, отмыться за эти дни. Ну так, в принципе, уже по дому соскучились, наверное. Тоже семья, дети. Надо вот уже сходить до дому. Ну и мы тоже тут. Лайма. Ой, бегают, радуются в природе. Такие у нас полянки красивые. Еще заснять вам природу. Солнышко уже садится, совсем другой вид леса, другой вид природы. Вот у нас один охотник идет, где-то прошелся, посмотрел уточку, и где-то крякало, и посмотрел, не нашел. Но я его не буду снимать, пускай пройдет. Ну тут такой еще и у нас есть ручеек. По этому ручейку заходит рыба на нерест. Вот. Она проходит в лес. И сюда рыбка поднимается на нерест. Вот видите, как красиво. Еще солнышко заходит. Красота. Тишина. Сегодня все день был прекрасный на природе. Видим. Красота. Красота. Сегодня я себе тоже дал немножко отдых. Поспал подольше. Отдохнул. Днем поспал. Прямо на улице, на раскладушечке. Очень хорошо, тепло, приятно. Сейчас у нас пока комаров нету. Все спокойно, можно прямо отдыхать на улице. Но скоро они появятся, комары. Тогда будет уже посложнее. Вот так, в принципе, самая пора красивая наша. Спокойно. Весеннее. Вот. Еще раз пройдусь, посмотрю. Потом сходим на вечернюю зорьку поохотиться. Вот что-то и будет летать. И будем охотиться. А сейчас пока пройдем. Посмотрим, еще подождем. Остался часик где-то. И пойдем рассаживаться по своим местам. На засидке с шалаши. И будем ждать перелетов утки. Вот такие у нас дела. У нас собачки гуляют, радуются, купаются, наслаждаются природой. Им хорошо, а нам тоже хорошо отдыхать. Ну, пока-пока, до вечера. Добрый вечер, ребята. Вот мы собрались, я тоже в том числе. Ребята уже ушли на свои места, на засидки. Я сегодня опять на маленькой лодочке, на веслах поработаю. Не стал на моторе идти. Тут недалеко, для зарядочки.
пограбастать веслом, поработать, немного снять свой вес, мускулы подкачать. Это все только на моторе, на моторе. Когда-то надо и так поработать физически. Так что мы сейчас уже пойдем. Уже у нас солнышко заходит, время как раз подходит. Будем пробовать. Сегодня погодка отличная. Не знаю, как будет утка летать, перелетать. Будет, не будет, но мы посмотрим. Вот, как всегда, наша база. Я от нее отхожу. Солнышко заходит. Вечерняя зорька. Вот такая красота. И я пойду вперед на свою засидочку. Я вам потом покажу. Буду идти и покажу. Вот я вышел. Сейчас я должен перейти вот эту воду на тот, ну, к тем кустарникам, к тому лесу. Вот там ребята поправляют свои чучела, которые немножко, может, перевернулись или что-то еще раз поправят и садятся на свою засидку. А я пошел прямо до того берега. Ну, там не берег, конечно, там все затоплено. Ну, пойду, дойду и сяду на свое место, на свою засидочку. Ребята там у меня уже рядом пришли на моторе, они быстренько спустились до места. А я потихонечку на веслах, на маленькие лодочки. Тишина, красота. Такая естественная природа. Такой закат, солнышко. Вообще прекрасно. Подошел я к противоположному берегу, где моя засидочка. Но я сейчас попробую, может быть, не по берегу пройти, посмотрю, там есть протока, можно пройти напрямую к своей засидочке, попробую пройти, по крайней мере, если не пройду, то пройду вот в эту протоку, здесь у меня тут тоже рядышком можно пройти спокойно, в принципе, можно и в нее войти там, просто я думал, чтобы лодочку не на берегу оставлять, чтобы меньше ее бросалось в глаза утки. Вот там ребята тоже отдыхают. Другая база, другие ребятки тоже с города. Они, у них там целый шатер тоже, домик. Печка топится. Здесь вот они тоже чучела выставили. Здесь они рыбачат и охотятся. А мы чуть-чуть подальше от них. Ну, недалеко. Все, все рядом. Здесь, наверное, я уже туда не пойду. Там можно пройти, но не знаю. Через кустарники, через шиповник. Все можно было попробовать. Но я, наверное, туда не пойду. Я вот здесь, наверное, пройду. Мне полегче будет. Вот я все-таки решил пройти в эту протоку. Здесь у меня меньше препятствий. Заодно поснимать вам, показать. Мы ходим на лодочках. Главное движение. Там кто-то на моторе поднимается. Может, и к нам едут. Это непонятно. Через кусты не видно, конечно. Но кто-то поднимается. Мы уже идем на свою засидку, на свое место. Сейчас мы ребят проверим, как они готовы. Спросим, что у них и как у них. Как их дела. Здесь. Вот они. Сейчас я их навещу, спрошу. Моя засидочка, сейчас я ее потом вам покажу.
подойду к своей засидочке. Сейчас мы их проверим, как они тут сидят. Вот тут ребята в этой засидочке сидят, ждут. Ну что, все готовы? Вот видите, их они сидят, отдыхают. У них засидочка такая небольшая. Тут сидят подсадные удочки. Спокойно. Сегодня вообще тишина, да, молодежь? Да. Лишь бы утка начала летать. Ну, сейчас посмотрим. Проверим. Кто на моторе? А я не знаю, кто-то там подъезжает. Непонятно. Вот их засидочка. Ну что, увидели их? Где они сидят? Не видно, да? Я их тоже почти не вижу. Не знаю, кто-то катается. Ну ладно, пойдем на свое место. Пойдем на свое место. Тишина, красота. Свои места. Вот здесь как раз хорошая кормовая база у утки. Здесь сюда садятся хорошо. Примерно такие места и делать засидочки. Меня Костя тут подправил немножко засидочку. Еще травки набросал на кусты. Вот я пришел. Сейчас я буду выгружаться. Аккуратней. Лодочка немножко вихлявая. Жестяночка называется. Аккуратно надо вставать и подтаскивать лодочку. Я ее немножко протащу. На берег немного затащу, переверну, чтобы ее меньше было видно. Вот так. Это утки подумают, что это им лодочку оставили. Сядут и уплывут. Мне бы этого не хотелось. Без лодки оставаться. Потом придется вплавить и самому до базы, до места. Вот, сейчас я и вам покажу еще что-нибудь. Достаем свой стульчик.
Там моя база. Пойдем дальше. Забираю. Моя засидочка такая, почти не видно, да? Что это? Засидка, как какой-то небольшой шалашик. Все вокруг шиповника, аккуратнее надо. Он такой колючий шиповник, чтобы не уколоться. Вот моя засидочка. Вот, пробрался на нее. И хорошо. Вот такие разделюшки. Это можно было, конечно, не брать с поджилет. Но я его взял. Ну ладно. Сейчас установлю. Где тут моя водичка упала. Вот такой вечер. Прекрасный. Вот такой. Такая у меня засидочка. Ага. Вот такая. Вот история. Вот отсюда мне и вот видать. И туда направление. И здесь направление. Все классно. Все, я увижу. Ну что, будем ждать. Так, охотники. Пока-пока. Я уже на месте. Сижу в своей засидке и ждем прилета, налета уток. Костя мне тут днем с живыми утками сидел, подсадными. Пару селезней подлетали к ним, но было, говорит, далеко. Не стал стрелять. Вот он мне чуть-чуть подправил здесь. Травы еще набросал. Побольше стало, получше. Может быть. Вот, птицы-то летают вокруг. А уток пока нету. Пока еще даже соседи не стреляют. Нигде, ни вверху, ни внизу не стреляют. Выстрелов не слышно. Значит, еще пока утка не летит. Так что мы будем ждать. Вот. Вечер прекрасный. Вот тут мне Костя накидал еще. Травочки немножко добавил, чтобы было меньше видать охотника здесь, чтобы утка меньше видала. Здесь сделал
выстрел, чтобы был, можно было куда ствол засунуть, чтобы выстрелить. Потому что если будешь вставать, то утка сразу она чует и видит. Любой шорох и шевеление, она поднимается. Вот такие дела. Вот отсюда мы будем наблюдать. Так-то видите, как хорошее пространство. Хороший обстрел, можно сказать, будет. Все, будем ждать. Пока-пока. Добрый вечер. Уже наступают сумерки. Скоро уже не будет видать ничего. Что-то утка так и особо не летает. Пару черков садились недалеко. Ребята стреляли, но было далековато. А так тишина. Редкие выстрелы слышны где-то там выше, пониже. Так что-то слабовато пока. Утка что-то не хочет летать. Или пока ее здесь, в этих краях, нет, еще не подлетела с югов. Ну, слабовато летит. Вот сейчас еще посидим. Будет темнеть. Тут, наверное, придется нам опять собираться. Ну, это хорошо, в принципе. Мы отдыхаем, а не добываем. Отдыхаем, наслаждаемся, любуемся природой. Отдых полезный для здоровья такой. А там будет видно, что-нибудь-то может быть и добудем. Ну, а пока будем тоже, наверное, потихонечку собираться. Сейчас еще полчаса, может быть, и будут сумерки, и будет ничего не видать. Так что пока-пока, до встречи. Охотники, рыбаки, туристы. Вот уже почти 9 часов вечера. Скоро будет вообще ничего не видать. Хорошо, сегодня еще небо чистое, не затянутое. Чуть-чуть посветлее. Ну, сейчас через полчасика, наверное, скорее всего, уже будет темнеть. Сегодня опять особо утка не летала. Выстрелов очень мало было. Значит, где-то она сидит. Непонятно где. Не летает. Не кормится. Надо попробовать рано утром встать. Сегодня лечь пораньше. И где-то на утреннюю зорьку пораньше встать. И посидеть в шалаше. Подождать, посмотреть. Может, что-то и полетает. Вон они, вон, как раз пролетели. Вот и так, по-моему, может и начинается перелет. Я не знаю, успел я не заснять, не успел, но как раз на меня налетали. И вот видите, как бывает. Сидишь, никого, ничего нет. Только собрался уходить, и полетели уточки. Ну, по-моему, вот даже попала одна в видео. Посмотрим. А вдруг они начали шевелиться. Начали летать, искать. А я здесь как раз не вовремя стою на этой площадочке. Вот мы уже и на базе. Будем чай пить. Перекусим, наверное, ляжем пораньше спать, чтобы завтра утром встать на утреннюю зорьку и пойти посидеть, поохотиться. Так, все у нас почти уже, можно сказать, спят. Кто спит, кто отдыхает, в принципе. Так, уже вечер, сидим, отдыхаем, мы сейчас тоже попьем чайку, отдохнем и будем ложиться спать. Так что ж, такие дела у нас. Ночь на дворе. Ничего уже почти не видно. А тут немножко работает генератор, столик. Что снять? Ну, тут на собак все поднимаем, чтобы не
оставалось на земле, это могут прибрать. Еще после горит красивый. Станция работает. Спасибо за внимание.